За 2016 год, по данным статистики полицейской, совершено более 300 тяжких, особо тяжких преступлений лицами, которые вышли досрочно. Этот закон фактически повлиял на увеличение уровня преступности. Он совершенно никак не повлиял на смягчение душ тех людей, которые вышли по нему досрочно. Также хочу сказать, что по закону Савченко, как правило, выпускали лиц, которые совершали тяжкие, особо тяжкие преступления. Этот закон совершенно вред для нашего государства. Поэтому этот закон должен быть отменен. Я сожалею, что многие депутаты, в том числе я, отдал свое время голос за него. Я также хочу, сейчас занимаюсь вопросом того, почему Надежда Савченко, находясь в московском СИЗО, откуда у нее эта идея появилась. Мы видим, как Российская Федерация делает все возможное, чтобы в Украине был рост преступности. И выпуск досрочный из тюрем и из колоний тысяч лиц, оно не повлияло на снижение уровня преступности, а лишь повысило его.